Ну, очень трудно, конечно, удался матч. В принципе, мы хорошо готовились, хорошо выглядели, допустим, по своему состоянию, насколько мы можем. Это, наверное, один из лучших матчей был, но, в принципе, нам есть куда расти. Конечно, обидно, что проиграли. Ребята все здорово работали на своих местах, согласно планах, которые выбрали. Ну, скажу так, наверное, вину за поражение беру на себя, потому что чуть-чуть неправильно не угадали с тактикой. Очень надеялись, знали, что Сепсельмаш усилился сильно. И не просто так, показывал хорошую игру в начале сезона. Поэтому и был в финале Кубка страны, и был в финале Кубка Эсбина. Знали, что ряд хоккеистов пришли в команду приглашенные, обладатели Кубка мира. Вот построили тактику, чтобы их закрыть, но не получилось. Искали долго их на поле, почему-то не нашли. И, наверное, упустили время. Ну, хочу сказать, что Сепсельмаш хорошо воспользовался теми ошибками, которые мы совершили. Наверное, победил. Наверное, так. Есть что? Есть что спросить? Ну, если спросить нечего, спасибо, Иванович, спасибо. Пятерочка. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Теперь комментарии главного тренера команды «Хозяев» Сепсельмаш Новосибирск Сергей Ильич. Комментарии по матчу и вопросы. Я думаю, что мы сегодня уделили большое внимание тактике. Знали, что связка Ларионов-Обухов определяет всю игру практически команды. Сыграли персонально с Обуховым. Скажу, что не лучшая игра персональщиков наших. Как бы нет у нас игрока такого все равно, который бы был цепкий. Эта игра получилась у нас с Дергаевым в Архангельске, но все-таки на данный этап, наверное, все-таки Дергаев до уровня Обухова, наверное, пока еще не дотягивает, скорее всего, и у Корева получилось. Сегодня, я думаю, что Обухов во многом переиграл. Просто тут, наверное, разница в возрасте сказалась, что человеку 40 лет практически. И, конечно, тяжело ему было. Но те моменты, когда он вырывался, он создавал, там, видите, гол забил, там полкоманды обыграл. И несколько моментов было, когда защитники буквально сняли на ленточке уже там ценой самоотверженной игры своей. Ну, в принципе, вот эта связка разбилась, и нам стало легче, в принципе, все равно в обороне играть. И опять же, если бы мы забивали те моменты, которые у нас особенно во втором тайме было, просто решения ребята принимают, конечно, просто кардинальные, противоположные надо было. Ну, там моменты были такие. Ну, а игра-то, в принципе, игра-то, как бы, наверное, все-таки второй тайм особенно шел под нашу диктовку. И если бы реализовали лишние там при счете 4-2, там 1-2 момента, там мог счет и больше быть. Ну и соперник хорош, откровенно говоря. Очень плотная оборона, всегда тяжело скрывается, учитывая, что у нас, еще раз говорю, с нападающим проблема таким вот забивным, который мог бы последнего защитника продавить. Ну, молодец там и Салиев пролез. Но у него уже был момент до этого, когда он защитник, это просто этого. Сам снял момент, когда я говорил, что не надо сближаться с игроком. Оборона соперника, они медленные ребята, но сзади у них, и за счет опыта и мастерства они в ближнем бою сильны. Наоборот, обкаты показал бы ушами в одну сторону, уехал в другую, расстрелял, и 5-2, и все закончилось давно. Ну вот, довели опять же до нервной концовки, но укрепили центр, взяли минуту, укрепили центр лишним защитником, и уже сыграли на результат. Вопросы? Наверное, вот один вопрос вы ответили, что показалось, что навал начался где-то с 78-й минуты. Вот тайм-аут взяли в свое время. Навал чей? Кировский? Кировский, да. Ну, они перешли на... Понятно, что они не могли тоже нас в центр преодолеть. Они начали длинными передачами без середины поля играть. Понятно, что они там хотели с этого что-то вырулить, по-русски говоря. Мы наоборот, мы закрылись. И на контратаках хотели сыграть. Мы, в принципе, готовы к этой ситуации были. Но в этот момент удалили Логинова. И сразу здание зашаталось сзади. Учитывая то, что, опять же, нет Могильникова. Сегодня тяжело было защитникам. Ромка там немножко, Макаренко, в каких-то моментах выныривал. Не всегда успевал сыграть в тело. Поэтому вот в эти минуты, когда Логинова не было, и как бы немножко, да, так боязно очень было. Опасения вызывало, что, ну, в принципе, молодцы, так, в общем-то, они не развалились, будем так говорить. Нам болельщикам показалось, что Денис Потемин на острие вот в эти минуты стал специально играть или же...
выдвинули его, ну, видели, там менялись, то Маврин вперед один двинулся, то Потемин по ситуации, кто ближний был, они разбивали эту волну так куда-то вправо, влево, чтобы направление давать какое-то. Там не факт тот, что кто там может оказаться в этом ромбе. Там 4 атака, игрока атаки, они как бы в этом ромбе могут оказаться в любой ситуации. Самое главное, чтобы вершина была, чтобы можно было огибать куда-то гнать в борт вправо, влево. То есть, а Потемин оказывался по ситуации, ну, учитывая его подвижность хорошую, мы как бы его использовали сегодня по максимуму вообще. Сегодня видели, замен не очень много было, и сегодня у нас вообще 19 человек, мы можем 20. Не поставили Свиридова, не поставили, просто и заявка даже не включила Миронова, и не включил Задонского. С этими игроками мы простимся. Еще вопросы? Большое спасибо.